Саш, сегодня как Самба определил свою позицию на поле? Все-таки нападающий или полузащитник? Ну, я уже играл на этой позиции, тренер с Енисеем. Было как бы, ну, уже более-менее знакомлен был с ней, поэтому никак, ничего, никаких трудностей не возникло. Да, как бы свыкаешься, да, с ролью форварда? Ну, так тренер решил, определенную тактику подобрал и играю, поставил на этой позиции, играю, стараюсь помочь, приносить пользу команде. Сегодня игра была очень сложная. Понятно, что Томск, учитывая все обстоятельства, в которых мы оказались, был фаворитом, больше мячом владел. Тем не менее, возможности для того, чтобы забить, были. Чего, на твой взгляд, не хватило? Да, вы правы, что моменты были у нас в первом тайме, во втором какие-то там определенные. Но, к сожалению, не получилось. Не знаю, где-то, может быть, где-то мастерства, может, не хватило в данном моменте или еще что-то. Ну, это футбол, всякое бывает, люди... И чемпионы мира там не могут забить там или еще. Это так сложились обстоятельства. Ну, мы будем постараемся реабилитироваться дома перед своими болельщиками, потому что нам сейчас нужно стараться держать две победы, ну, набрать как можно максимум очков, чтобы в хорошем настроении уйти на перерыв. Сегодня не было соблазна сыграть, может быть, на ничью, может быть, пытаться подсушить игру где-то на ничью? Установка какая была? Не, у нас всегда установка играть только на победу, и мы старались победить в этой игре, но, повторю, к сожалению, не получилось. Там не реализовали свои моменты, и где-то сыграли, может, не так, как хотелось. Ну, ничего, надо работать, что жизнь на этом не заканчивается. Насколько поле сегодня вносило коррективы в игру? Видно было, что обе команды скользили, но для Томи все-таки поле свое может быть более привычное. Да нет, я бы не сказал, что все в равных условиях играли, но, конечно, поле было тяжелое. Может быть, было больше борьбы, там, меньше игры в футбол, там, чем могло быть, допустим, к более благоприятных погодных условиях. Но таковы реалии нашего футбола, что надо играть, мы играем в любую практически погоду и все. Наверняка за играми конкурентов команда следит. Если вот у Томска сегодня получился реванш, да, то нам во что бы то ни стало нужен реванш против Тосна. В гостях мы уже проиграли. Команда задумывалась уже об этой игре, она ведь совсем скоро, уже во вторник. Ну, сейчас мы летим домой, только отдохнем и будем готовиться уже непосредственно к игре с Тосна. Будем стараться побеждать. У тебя, наверное, тоже игра будет чуть-чуть особенная, да? Захочется подарок сделать, наверное, самому себе самый лучший. Сегодня бы, если был бы выиграли, был бы подарок, а так уже это пройдет. Это будет подарок для всех. Мы должны реабилитироваться перед своими болельщиками.